Здравствуйте, дорогие мои зрительницы! Я Любовь Оффенхойсле, и сегодня в моем обзоре свободные платья для женщин в возрасте. Возраст – это не повод отказываться от стиля. Для женщин 50, 60, 70+, особенно важно чувствовать себя комфортно и уверенно. Именно поэтому свободные платья становятся настоящим спасением. Они не только скрывают недостатки фигуры, но и подчеркивают естественную красоту и женственность. Свободные платья и сарафаны предлагают огромный выбор моделей, которые подойдут каждой женщине. От легких льняных платьев до элегантных макси-платьев. Каждая сможет найти что-то по своему вкусу. Благодаря свободному крою такие наряды не сковывают движения и создают ощущение легкости. Одно из основных преимуществ свободных платьев – это, конечно же, их удобство. В такой одежде легко провести целый день, не чувствуя дискомфорта. Благодаря свободному крою платье не стесняет движений и позволяет коже дышать. К тому же в таком наряде всегда можно выглядеть стильно и женственно. Чтобы добавить изюминку в образ, можно подобрать платье с интересными деталями. Это могут быть объемные рукава, узоры, асимметричный подол, рюши или оригинальный вырез. Такие детали придают наряду индивидуальность и помогают выделиться из толпы. Если хочется подчеркнуть талию и изменить образ, возможно подобрать к свободному платью пояс. Это простое действие позволит создать более стройный силуэт и придать наряду особую изысканность. При этом в любой момент можно снять пояс и насладиться свободой движений. Свободные платья для женщин в возрасте – это не только стильный выбор, но и практичное решение для повседневного гардероба. Благодаря разнообразию фасонов, удобству и возможности играть с аксессуарами, каждая женщина может создать неповторимый образ, в котором будет чувствовать себя уверенно и привлекательно. Не бойтесь экспериментировать и выбирать то, что подчеркивает вашу индивидуальность. Если вам понравился мой обзор, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь. На моем канале много модных и стильных идей для вашего гардероба. Хорошего вам настроения и приятного просмотра!